Харьков, 20 августа, 16 год. Ну и жара. Азаман Сырков. Как у вас Марина идет? Это еще что такое? Господи, как не придешь, что-то поменялось. Город живет. Фразу надо понимать буквально. Испытание за рулем стажер. За спинкой кресла тоже, по-моему. Ёлки-палки, что ж здесь такое? Да новости какие-то. Вот это хотел 50-ю параллель поснимать. Да, а про дубы, какое интересное, вот это дубы здесь. Там корневища до 800 лет. О, стажер. Да, заправка. В общем, дубы тут не просто так, а некоторые куда старше самого города Харькова. О, уважаемые жители, ну давай. Архитекторы Бекетова, конечно, видок подпортили. Ведутся работа. В общем, все по Остапу Бендеру. Восстановление провала.
сад закрыт не будет. А это тогда что? Ох-ох-ох-ох. Да ты посмотри, что творится. Вообще, что весь сад, что ли, обнесли. Вот это да. Это какой-то кошмар. Колесо тракторное. Кто знает квест. Да, это серьезно. И так, видать, аж до самого зоопарка. Да, да, до самого зоопарка, ну, перекрыл. Через обход, только он там забор кончается и в обход. Понятно, спасибо. А давно это тут? Да, ну, вроде же недавно ничего не было. Полмесяца. Полмесяца? А, спасибо. Тарас Шевченко. Этого, кстати, тоже не было. Да когда же они все успевают? Да, что-то масштабное такие. Преобразование. Жалко, конечно, что летом. Ну, как-то в парке погулять хочется, наверное, людям. Местным, по крайней мере, точно. Мне-то отсюда с северной добираться. Не нагуляешься. То есть просто частями. О, праздник меда. Медовуха. Зря я сюда подошел. Сейчас на слюнную заеду. Да, да, парк не весь, конечно. Ух ты, матерь божья, да тут. Хочу купить себе медовухи. Не видел бы, не вспоминал, да, так сразу захотелось. Dire Straits, ничего себе. 14 грудня. Experience. Ярмарка Handmade. Каждую неделю шатюра по воскресенье караван. А караван какой? Каких-то пахарька. А, с океанариумом. Никитина. Да, есть категория артистов. Первый вопрос, который рождается, когда их видишь.
Ладно, не буду об этом. Песняры. Песняры. О, Рубченко. Рубченко, красавец. Песняры, да точно, уж, господи, живы.